Так выглядит установленный кулер в заводном корпусе. В предыдущем видео я устанавливал этот кулер на материнскую плату. Напомню, это сокет 775. Кулер Zalman практически бесшумный и очень эффективное охлаждение. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания. До новых встреч. В некоторых корпусах, кстати, здесь очень мало места, так что, возможно, вы не сможете установить такой кулер себе.